Смотри, все, что можно держать, но здесь, понятно, нельзя. А вот дальше... Да, сыграй, как будто ты Баха играешь. А вот дальше легато. Специально штили вниз, там белый, черт. Держи, держи это. Да. Дальше. Профессионал, да? Профессионал. Поиграй, пожалуйста, как Бах. Вот это Бах написал. Вот играй все, что можно держать. А тут, ну, кроме вот этого... Да. На самом деле, сам Шуман-то вот так он играл.
все, что написано, держать. Он держал пальцем. Ну, это, так не надо, потому что это, ну, большая разница. Но я к чему? Что эту пьесу можно сыграть без педали полностью. И все можно, все руками держится. Да? Вот, и посмотреть на нее по-другому. И тогда, когда ты будешь с педалью играть, будет полифония настоящая. Да? Потому что пока это немножко непрофессионально. Да? Просто красиво, но много... Да? Хочешь тише, а потом больше. Правильно, да? Угу. Хорошо. Знаешь, все-таки вот ритардандо идет до этого аккорда. Вот здесь вот делаешь формату. Довольно некрасивое звучание, да? Да, движение вот уже потом начинается. А послушайте вот это. И когда в нижнего чуть длиннее 16-ю, чтобы ты ее услышал, не всегда ее слышно. Вот. Саму идею, что второй раз громче, я согласен. Да? И последнее. Первый палец очень. Ну, видишь, все время вот все. Да? Чтобы он потише, вот очень громко. Сыграй сейчас вторую, вот два раза только отсюда. Хорошо, молодец. Не слышу. А почему ты диминуэтно делаешь? Сюда. Ты начинаешь крещендо, и вдруг уже здесь опять диминуэтно. Три раза. Вот второй раз очень. То есть ее надо проговаривать. Ты играешь, па-бам, играешь немножко по-другому. А это рассказ, да, о чужих странах и других людях, да? Вот. Ты была в России? Да. Ездить. Вот ты кому-то расскажешь. А вот там, ну, в России снег, холод. То есть это рассказ. А ты. Слога какой. А, ю, сам. Еще раз, пожалуйста.